Коллеги, продолжаем общение с интересными спикерами. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Владимир, я из компании Утконос Онлайн. Это старейший игрок на рынке e-grocery в Москве, к тому же еще и крупнейший в этом регионе. Я отвечаю за технологии в Утконосе и сегодня рассказывал о том, как пилотировать различные инновационные решения, как внедрять, кто должен внедрять внутри компании, какие препятствия по внедрению технологий. Это очень важно, потому что технологии появляются, и чаще всего они находят какой-то отклик у потребителей, но при этом самое главное – рассказать всем остальным, как это применить и зачем им это нужно. Получается, вы специалист, как раз, который знает, как технологию объяснить людям, зачем она им нужна. Да, если мы говорим о технологиях, которые направлены на внутренних заказчиков, на сотрудников, да, нужно прежде всего заряжать их на то, чтобы пользоваться технологией, объяснять, почему их труд станет эффективным и более высокооплачиваемым. Если мы говорим о технологиях, которые направлены на клиента, то в первую очередь, да, мы должны его клиентский опыт делать максимально удобным, чтобы он только подумал о том, что он это хочет, это оказалось в его холодильнике. Это, по сути, наша цель. Расскажите, какие интересные темы сегодня на нашей бизнес-сессии поднимались? Может быть, какие-то конкретные примеры технических решений? Да, ну, прежде всего, коллег из зала интересовало то, как внедрять технологии. Как я уже сказал, да, самое важное – это заручиться поддержкой пользователей этих технологий, да. Следующий аспект был, а кто должен внедрять технологии, большие компании или маленькие, да, коснулись такого аспекта, как то, что технологии намного проще внедрять маленьким компаниям, потому что процессы, бюджеты, все намного быстрее согласовывается, и такие маленькие компании, они могут вырываться вперед. И также важно не бороться за лидерство во внедрении какой-то технологии. Иногда лучше посмотреть, как кто-то что-то внедрит, и пойти просто по его стопам. Да? И повернуть в нужное место, где конкурент повернул не в ту сторону. Да, и тем самым завоевать рынок. Спасибо большое за интересное общение. Стало гораздо понятнее, что нас ждет реально интересное будущее. Спасибо большое.